О ситуации с коронавирусом в регионе. За прошедшие сутки в области зарегистрировано 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе КВИ заболели 24 042 жителя, из них 853 медицинских работников. На данный момент 49 пациентов находятся в тяжелом состоянии. За последние сутки скончался один человек. Всего с начала распространения инфекции от вируса умерло 196 североказахстанцев. Инфекционная больница заполнена на 43%. Здесь проходят лечение 516 человек.